Тульская область развивает сотрудничество с Китаем. Во время визита в регион посол КНР назвал его одним из стратегических мест по взаимодействию. В конце апреля делегация из Тулы посетила Поднебесную с ответным визитом. Как сообщает правительство региона, речь шла о перспективах развития автомобильной отрасли России и локализации производств на территории Тульской области. На встрече с представителями компании Great Wall обсудили строительство автомобильного завода Highwell Motor Manufacturing Rus в индустриальном парке «Узловая». Уже построены сети энергоснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Идет подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию. В июле 2018 года производственные участки и офисные помещения будут готовы к использованию, после чего начнутся подготовительные работы к пуску производства. Кроме того, в ходе переговоров с представителями компании China Poly Group обсуждалось двухстороннее сотрудничество тульских и китайских аграрных предприятий. В частности, проект по строительству в Тульской области завода по производству соевого масла.